Друзья, всем привет! Значит, сегодня я хочу показать, как на глаз определить, что на колесной паре есть тонкий гребень. Ну вот, давайте посмотрим сначала, как выглядит гребень нового колеса. То есть видно, что оно имеет закругленную форму. То есть вот, да, вот смотрите. То есть оно закругленное. Видите, кругом идет. Ну, конечно, это новое, оно сейчас все блестит. Буквально через месяц это колесо будет блестеть только где есть поверхность катания, соприкосновение с рельсой, да, будет блестеть, а вот верх гребня будет ржаветь. То есть это будет примерно выглядеть так. К примеру, друзья, вот, ну, вот старое колесо, да, вот поверхность катания блестит, и вот где верх гребня, он ржавый. То есть видно, что это хороший гребень, круглый гребень, вот посмотреть, да. Сейчас на вагоне покажу, как это выглядит. А вот так примерно выглядит под вагоном. То есть, смотрите, тоже сверху колесо ржавое. Ну, вот видите, вот посюда ободок ржавый. А тут всего лишь вот, где блестит, вот по этому. И сам он круглый. То есть, это, можно сказать, что это колеса хорошие. Вот также колесо с нормальным гребнем. То есть, видно, где у него поверхность катания. Вот эта часть еще ржавая, то есть видите, круглая полностью. И вот тут начало только начинает блестеть. То есть это нормальный гребень. А вот, друзья, где реально нужно на что обращать внимание. То есть видно, на колесе полностью гребень блестит до самого верха, то есть до самого краешка. Вот видите, блеск. На это уже стоит обращать внимание. И если вот так еще глянуть, то гребень не круглый, а вот уже он плоский. То есть тут должно быть тогда закругленное, а тут плоское. Вот, и оно отсвечивает, то есть видите, вот блестина идет на самый верх. Это означает, что это колесо нужно осматривать. Ну, в смысле, уже нужно брать шаблон и уже точнее смотреть, все хорошо, тонкий гребень. Вот видите, меньше 25. Вот этот пройдем проскакивает. Видите, то есть уже меньше 25, тонкий гребень. То есть вот видите, на что нужно ориентироваться, что оно вот блеск до самого верха идет. Да, обычно если круглый, то вот тут еще вверху, да, вот, должно быть вот такое вот, на эту сторону заходить, ржавенькое. А тут вот до самого верха. Это говорит о том, что здесь тонкий гребень. И также сама плоскость становится ровной, плоской, не полукругом, да, как нормальный гребень, а плоской. То есть это признаки того, что это тонкий гребень. Думаю, понятно, ну сразу видно, вот, идете, да, вот блестит. Если был бы там бы нормальный гребень, он бы так не блестел до самого верха. Ну, естественно, шаблоном нужно мерить по-любому. Абсолютно. Ну, а на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставим лайчонки. До свидания. Ну, и вот пример, например, на этих колесах. Он блестит, но не до конца блестит, не до самой макушки гребня. То есть, это нормальные колеса. То есть, видите, тут блеск, а вот сверху полукруг ржавый. Ну, то есть это видно, что тут тонкого гребня нема. Если бы он был блестел до самого конца, это уже признаки тонкого гребня. Ну и на плоскость смотрим. Вот так вот.